Здорово, братва! Сегодня, как вы поняли уже по названию, наверное, покажу, как сделать рамки госномера с подсветкой. Но это уже будет версия номер 2, потому что первую версию я сколько-то лет назад уже делал. Она немножко была, ну, похожа, но немножко по-другому было сделано само покрытие надписи. Так, давайте в этот раз покажу вам, как можно сделать самостоятельно, не покупая. Сразу скажу, что покупная будет намного лучше, чем вы ее сделаете. О! Сквозь второе стекло даже видно. Так, убираем вот стекло, и у нас получается вот такая вот рамка. Вот так вот эта надпись горит. Сейчас выключу свет. Приглушу, так сказать. И вот так вот ночью будет светиться рамка. Так, ну давайте перейдем непосредственно к изготовлению. Сейчас будет под музыку вставка, как я подготавливал рамки. И после уже перейдем сюда и буду показывать, как я ее на самом деле, ну, как доделал, как до конца делаю. Стекло вставлял внутрь рамки и запаивал с обратной стороны. Я так делал. Это очень муторно, очень долго и, не знаю, мне не по кайфу было. Я решил вот ее просто приклеить. Так, все в рекламке заказывается. Заказывать лучше с запасом. В данном случае вообще вот эта заготовка идет 520 на 25, по-моему, если не ошибаюсь. Берите вот эту часть и длину. Длина в основном всегда 50, около 52, вот она 52 в длину и 25, 2 миллиметра в толщину. Наклейку я заказывал, самая оптимальная, которая мне, вот это я заказывал. Высота 45, длина 55, надпись 40 сантиметров, не больше. И высота букв, по-моему, 15 миллиметров я заказывал. Можно больше, но этот просвет здесь идет не полностью, рамка выше. И поэтому лучше клеить по самый низ и не очень высокую. Так что 15 мм берите под эту рамку. Именно под эту рамку. И она наклеивается, заворачиваются края, лишнее обрезается. Не знаю, здесь даже не видно, что... Здесь даже не видно, что обрезано. Здесь у меня проклеено клеем. Сейчас покажу, каким. Сначала приклеивается обычным прозрачным моментом. Фиксируем держателями места. Далее вот то, что вот здесь у меня залито с обратной стороны, это супер клей титан, но он идет с ускорителем. У него в комплекте идет вот такой вот ускоритель, наливаете, прыскаете, и он сразу моментально застывает или высыхает, как правильно. Далее, для герметичности я проклеил все герметиком. Ой, не герметиком, можно герметиком, я проклеил клеевым пистолетом.
Ну и, в принципе, все. Подключение идет. Вывод с обратной стороны. Плюс-минус. Припаяны к светодиодной. Все залито. Сначала клеем залито, чтобы вода не попадала. И термопистолетом. Так это все выглядит. С обратной стороны тоже залиты контакты клеем с вот этим супер титаном. И обязательно еще бы прикупить какой-нибудь, сейчас открытый найду, купить какой-нибудь стабилизатор, потому что от 15-14 вольт лента очень сильно греется. Но я думаю, кто ставил светодиоды, знает, что лента греется и выходит из строя. Так что вот это припаиваем вход, выход. И регулируем подстроечным резистором выход на 12 вольт, не больше. Чем меньше, тем дольше прогорит. Ну, в принципе, все, ничего сложного нету. С обратной стороны максимально вот зафиксировать. Я вот зафиксировал с этих краев. Вот здесь зафиксировал. И можно еще пройтись между букв, вот где просветы, можно еще здесь сделать дополнительно, чтобы она не отвалилась. Ну и вот такая вот рамка у вас получится. Надо жить в кайф. А по себестоимости. Рамки я заказывал 10 штук. Они вышли по 100 рублей. Далее. Оргстекло заказывал тоже 10 штук. Вышли тоже примерно по 100 рублей. 1100. Наклейка. В зависимости, как вы договоритесь с теми, кто печатает. Ну, как я понимаю, основная сумма идет за дизайн, который вам сделают. А уже последующие наклейки дешевле выйдут. То есть, если заказывать одни и те же наклейки, будут намного дешевле. Так, примерно около, ну не знаю, ну, от 250 рублей. Ну, в зависимости от рекламки. Так, ну что получается? 100-100. Лента, метр ленты на две рамки. Что получается? Около 200-250 рублей. Желательно взять водонепроницаемую с гелевым этим покрытием. Чтобы она закрывала ее. Так, ну и стабилизатор. Ну, стабилизатор, я не знаю, поштучно. От 50 до 100 рублей примерно он будет стоить. Корпус для него либо сами придумайте, либо можно использовать термоусадку. Но чтобы вода не попадала на контакты внутрь. А, и провод еще. Вообще, какой комплект я вам предлагаю? Я вам предлагаю, вот это будет комплект стоить 100 рублей рамка, 100 рублей оргстекло, то бишь у нас 200. Ну и лента, и что еще, лента, наклейки я не буду отправлять, потому что мне самому невыгодно их будет делать. Ну вот, давайте такой комплект и будет. Ну плюс светодиодную ленту могу добавить, если захотите. 300 рублей, короче, будет рамка, заготовка под рамку, под одну. Если две, получается 600, и договоримся под отправки. Я думаю, можно договориться Авито доставкой. У них первые три доставки стоят 50 рублей всего. Я выложу для вас товар. Вы просто перейдете его, оформите, и при получении мне придут, в принципе, деньги, а вы оплатите с карты. Короче, у вас пройдет оплата только тогда, когда вы получите изделие в руки. 300 рублей, я думаю, так и договоримся. Одна рамка не готовая, 300 рублей будет стоить. Так, ну я думаю, не знаю, кому помог, кому не помог. А, как наклеивать наклейку еще, давайте расскажу. Отрезаете, давайте вот эту возьмем, отрезаете ее под размер, ну вот эту черную саму наклейку отрезаете, лишние белые, там вот этот прозрачный. Снимаете прозрачный слой вместе с наклейкой, ну наклейку начинаете снимать, прозрачный слой вместе с ней снимется. И на просвет, потому что буквы они просвечивают, на просвет выставляете, выравниваете уровень ленты и наклейки по буквам. Чуть-чуть поднимаете и приклеиваете. В принципе, проблем никаких. Края приклеиваются загибом, используя фен. Без фена будет некрасиво, но вот с феном получше. Даже без залома будет. Это я, по-моему, без фена делал. И будет более-менее выглядеть. С обратной стороны не забудьте лишнее обрезать, потому что если вы не обрежете вот здесь вот загиб, то у вас не будет просвета и будет здесь не до конца видно буквы. Так, ладно, думаю, кому понравилось, кому не понравилось, ставьте лайки. Также можете заказать эксклюзивные рамки. Я думаю, по цене договоримся, я вам скину фотки. Ну, ВКонтакте пишите, я скину вам фотки.
Также Авито доставка отправлю, там все намного проще, там все готово, уже готовая заготовка. Вам только нужно будет заказать нужную вам надпись в рекламке и приклеить ему самому, я думаю, это не проблема. Ну, либо можете уже абсолютно готовые рамки заказать у меня, и будет супер качество. Рамки, которые вы можете заказать, будут вот такие вот. Тут уже оргстекло сделано. Вот остается два замочка защелкнуть. И она у вас готовая. Сзади, видите, выемка уже сделана под светодиодную ленту. И, в принципе, никаких проблем у вас не будет. Просто покупаете наклейку, либо заказываете полностью готовые рамки у меня. Ну, я вам ее Авито доставка отправляю. Ладно, всем удачи, всем пока. Спасибо, что просмотрели видео. Кто просмотрел до конца, большое спасибо. Поставьте лайк. Всем удачи, всем пока.